Ульяновске прошла сельскохозяйственная мини-ярмарка. Цель подобной торговли – обеспечение жителей качественным посадочным материалом плодово-ягодных культур, выращенных на территории Ульяновской области. Кроме этого, поддержка и популяризация питомниководства. Привез саженцы винограда, саженцы малины, вот, и земляники. Рассада выращена по методу, по итальянской методике. Вот фриго, скажем так, ульяновская фриго. Всего в регионе насчитывается более 160 тысяч дачных и садовых участков, общей площадью 12 тысяч гектаров. Общее количество граждан, занимающихся садоводчеством в сезон, около 500 тысяч человек, что составляет 39% от численности населения области. Все они хотят выращивать у себя на дачах и огородах качественную рассаду. Я сегодня приобрела малину полка и викторию ремонтантную, и обычную викторию. Ну, я увлекаюсь просто клубникой, вот у меня много сортов, и поэтому я пришла ради того, чтобы посмотреть. Но мне очень понравилось, так как у нас идут это все-таки местные, наши производители, местные деревья, я уже посмотрела, потому что я садовод со стажем и с большим стажем, и поэтому мне очень-очень понравилось. Мероприятие не разовое. Подобная торговля будет проходить с 19 по 22 сентября, включительно с 8 утра до 6 часов вечера на площадке возле торгового центра «Пушкаревское кольцо». Все желающие смогут приобрести качественные семена и саженцы для садоводческих хозяйств, а также продукты медового производства. Наталья Чумаченко, новости Ульяновской правды.